Уважаемый господин посол, я не со всеми послами встречаюсь, когда они уезжают. Встречаюсь потому, что то, что сделано за время вашего пребывания в Беларуси и вашей службы в Беларуси, не было сделано до сих пор никем. Всеми послами не было сделано в Великобритании. Поэтому я вам за это очень благодарен, что во многом благодаря вам, я так считаю, и Министерство иностранных дел эту точку зрения поддерживает. Только благодаря вашей активности, настойчивости, открытости, честности и справедливости можно было сделать то, что было сделано. Все-таки 3,5 миллиарда долларов товарооборота – это фундамент любых отношений. Третье место в объемах товарооборота – первая Россия, Украина и Великобритания. Но есть проблемы, вы их знаете. Наш экспорт и наш товарооборот во многом зависит от поставки нефтепродуктов. И как только случилось на нефтепроводе «Дружба», беда и проблемы с грязной нефтью, у нас немножко просел товарооборот. Поэтому нам нужна диверсификация. Да. Я также благодарен вам за гуманитарное сотрудничество. Вы детишкам нашим помогали и помогаете после Чернобыля и лечиться, и восстанавливаться. Они летают к вам. Это, наверное, тот климат, где нашим детям больше подходит. Поэтому мы очень ценим вашу помощь и поддержку. А также в спорте ваша команда приехала, прекрасно выступила здесь. И если у вас будет хоть какая-то возможность передать мои самые добрые пожелания руководителю Международной федерации по легкой атлетике. Еще раз, я думаю, ему будет приятно, что мы помним его в Беларуси, и мы его ждем в сентябре на этот матч Европа-Америка 10-9 сентября. Это только благодаря ему наши зрители увидят этот праздник. Вот видите, какой спектр наших отношений, и нам не просто нужно развивать эти отношения. Мы можем найти и новое направление сотрудничества. Просто не нужно терять время. Я думаю, что новый премьер, новое правительство активизирует эти отношения. И, может быть, спустя некоторое время вы приедете к нам, а вы приезжаете в любое время без всяких виз. Вы наш человек здесь уже столько проработал. И мы с вами сможем обсудить уже новые отношения наши, которые восстановятся. И фундаментом все равно этих отношений будет ваш период работы в качестве посла в Беларуси. Словом, спасибо вам за все. И я вам желаю искренне успехов. Thank you very much for your very warm words. Спасибо за ваши очень теплые слова. Особенно за теплые слова в отношении моего личного вклада за те 3,5 года, которые я здесь, в Беларуси, провела. Я действительно верю в то, что отношения между нашими двумя странами продвинулись за эти 3,5 года вперед.